Итак, друзья, вот мой долгожданный груз, который пришел по Амазону, где я заказывал холсты. Это первая партия холстов. Сейчас с вами вместе я вскрою и посмотрим. Как я говорил, в школе немножко рисовал некоторое время, и то не системно. Вот как упакован, сейчас посмотрим, бережно упакован или как. Вот они, мои холсты. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Вот смотрите, обратная сторона как сделана. А где колышки? Еще колышки должны быть. Один поврежденный холст. Вот он. Поврежденный. Возможно, будем возвращать. Это 16 на 20 размер. И следующий холст у меня 18 на 24. Четыре штуки. Вот обратная сторона. Так, я вам хочу показать. Это более качественный холст. Видите, с такими распорками. Это компания Артеза. Холсты этой компании мне больше нравятся. Пока вот так на вид. Но мы еще откроем и посмотрим, как там они внутри. Вот, друзья, я распаковал холсты компании Артеза. Каждый холст еще вот так вот упакован в целлофановую обертку. Сейчас посмотрим все остальные. Тоже чистый, без повреждений, в хорошем состоянии. Третий холст. Тоже неповрежденный, в хорошем состоянии. Вот. Мне нравится. Пока на вид, конечно. И вот четвертый. Хорошие холсты. Ничего не скажешь. Теперь можно будет посмотреть их, вскрыв эту обертку. Теперь посмотрим. Вот я распаковал. Теперь вот без обертки посмотрите, как он выглядит. Нравится. Ну что, теперь будем рисовать на большем формате.